С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Люди с ограниченными возможностями со всех уголков Казахстана получили возможность проявить себя. В Астане прошел республиканский конкурс «Разные равные». Отборочные туры конкурса начались 4 месяца назад. И вот сегодня 339 участников со всего Казахстана съехались в Астану, чтобы побороться за звание лучшего в своей номинации. Я Балгинбекова Бахыт, приехала с города Атбасар. Работаю на почте, оператор связи. Я обслуживаюсь в фонде «Адал Журек». Это наши специалисты, которые сопровождают, привезли ее специально на этот республиканский конкурс «Разные равные». С целью, чтобы показать, рассказать, какие мы яркие, хорошие, интересные. Конкурс проходил в 10 номинациях. По словам жюри, очень трудно определить победителя, ведь каждый участник выкладывается на 100%. Знаете, очень трогает и очень больно, на самом деле, это смотреть. Да, и нам, членам жюри, очень сложно, на самом деле, выбрать лучшего. Дать кому-то первое, второе или третье место. Должно быть, чтобы были зрители, чтобы это было очень массово, да, чтобы это видели все. Я считаю, что сегодня должен был быть зритель в зрительном зале, да, и мы должны были все вместе поддерживать конкурсантов. Честно, у меня просто нет слов. То, что они делают, это просто потрясающе. Всего в этом году в республиканском конкурсе «Разные равные» приняли участие около 6 тысяч человек с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 50 лет. Победители в каждой номинации приняли участие в гала-концерте конкурса. А те, кто не смог завоевать призовые места, нисколько не расстроились. Ведь этот конкурс дал им новые знакомства, новые впечатления и много опыта. О самых важных событиях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». Ретроспектива поразительного творчества художницы Ольги де Амарал открылась в Лондоне. Автор возносит жанр полихромного текстиля на новую высоту. Работая с такими ценными материалами, как золото и серебро, эта колумбийская художница уже многие десятилетия размывает границу между изящными и прикладными искусствами. В ее мерцающих работах переплетены история культуры, ремесла коренных жителей ее страны и соображения чисто формального свойства. Вдохновение Ольга де Амарал находит в пейзажах и архитектуре Колумбии. В своих работах она сочетает элементы текстильного искусства, абстрактной живописи и скульптуры. Ее творения чаще всего принимают форму больших гобеленов. Они состоят из тканых квадратов, разделенных интервалами в виде нитей, что и позволяет автору выразить чувства и фантазии. Покрывается все это акриловыми красками золотого и серебряного цвета. И в заключение выпуска афиша культурных событий Казахстана на завтра. В Театре оперы и балета «Астана-Опера» пройдет выставка «Большие имена» из фондов Музея Большого театра России. Казахский театр для детей имени Мусрепова отметится постановкой «Детектор лжи». Спектаклем «Бременские музыканты» запомнится зрителям республиканский немецкий драматический театр. В театре «Артишок» состоится постановка «Вино из одуванчиков». В Алматинской галерее «Вернисаж» продолжается персональная экспозиция живописи Анны Петраковой «Три грани». Здесь же можно посетить групповую выставку живописи и графики «Времена года». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Культура». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся.